нет. Так вы можете соседям отдать? А? Соседям можете дать? А? Можете соседям дать тоже, если у вас есть. Поделиться с кем-то. Только соседи у нас какие-то живут. Тут больше, по 4 Евангелия, здесь одно Евангелие. Брат, визитку подай, визитку. Да, дай. Мне не нужно. Не надо. Спасибо. Православный сайт, форум и на ютубе канал. Спасибо. Хорошо. Всего доброго. А вот вы на камеру зря снимаете. Почему? Это же, ну, по закону запрещено. А вы как раз не знаете закон. А? Везде можно снимать в общественных местах. Да? Да. И людей тоже. Да, все. Да, 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 да. Стоят и раздают Евангелие? Нет. А как она? А вот я, как это мужчина, я бы сказала, как давала. Это я бы сказала.
не знаю, я с яблоками не видела. Нет, мы яблоками не торгуем. Мы... Нет, я и говорю, я вот иду и думаю, что я яблоко не еду. А там вот уже и деда нету такого, там все золото, какой-то мужчина там, девушка. А она кто такая-то? Не знаю, сидит она у нас под таким интервью, вот так вот все достойно. И она вам сказала, придите сюда? Нет, я просто пошла и туда сушила, вот и как идет свет и стала читать, чтобы меня заметить. Что, в интернете есть, да? Нет. Приглашаем на занятие. Иван Ильич, мы 3 раза в неделю проводим занятия. У меня на дому, здесь это в телефоне, или в скайпе, в интернете. То есть люди в интернете выходят, у кого нет возможности. Ну, короче, нормально. Спасибо, не надо было. Ну то это с бородой, это не наши. А вообще уже. Кто ваши не наши? Здоровье? Хорошо, Смитрий? Не, ну, Гусик, ну куда мне туда? Читать это всем людям. Ну, понятно. Понятно, я офигеть. Спасибо, спасибо, ну куда это? Теперь только Богу молиться и слово будем читать. Ну, здоровье. Маленько надо. Кто вы здоровье. Здоровье. Надо вот так плечо вот, на плечо. Да. Вот. Ну куда вы грудь-то тычете? Все понятно. Вы неправильно делаете. Все понятно, все понятно. Я ничего не понятно. Не обижайся. Вы католик? Это католики обычно все рукой крестятся. А христиан, вот православным вот на Петрове крестятся. Все понятно. Все, это, вот, все вот, понятно. Вот об этом. На лоб, на чрево, на одно плечо, да, на другое. Да. Вот так. А это вы просто пыль у вас. Все что-то понятно. Святое Евангелие без ладно, пастор. Здоровья вам. Здоровья. Спаси Христос. Здоровья. Здоровья. Христу. Здоровья. Прощайте. Здоровья. 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 Святое Евангелие в подарок. Очень, очень здравствующие чтения для людей. Да понятно. Богу или сатане, надо выбор сделать. Читайте Слово Божие, бросайте дурные привычки, это греховные наклоны. Решительно. Пока не могу. У меня тоже было такое, что я курил, пил, но Господь меня от всего этого освободил. Ко Христу надо всем сердцем воззвать, Он от всего освобождает.
читайте, молитесь. Я могу говорить, а он говорит, да, берите, пользуйтесь. Я говорю, ну это покупайте мне, ну, здорово. А это видела много раз, что распространялись. Берите, пользуйтесь. Это все плохо покупать. Ну и слава Богу, что такие священники еще есть. А некоторые говорят, ни в коем случае не брать это. И... Он знает, что это. Я говорю, знаю. Они учитывали. Да. Так? Да, вот такое вот красное, если у вас нету, там кровь лежит. Нет, как раз вот, я говорю, я не сказал, вот такое. Много, это давали какой-то один город. А вот эта ваша подруга, она говорит, я их ненавижу, Лапкинцев. Она не говорит, вы не спросили, почему она ненавидит? Ну, наколько мне объясняют, ну вот... Потому что вы у меня спрашиваете, почему вас ненавидят, и я... Надо спрашивать у тех, кто ненавидит, и за что ненавидит. Вот, а у нас... Как? Меня спрашивают, за что меня ненавидеть? Ну, за что меня можно ненавидеть? Я бесплатно раздаю, за свои деньги купил, раздаю, и за это меня ненавидят. А у владыки у нашего спрашивали, у владыки Сергия, почему так? Был Максим раньше, напряжение было натянуто отношение. А вот Сергин говорит, да просто где-то они вам завидуют, сами ничего не делают. И поэтому так и говорят. Вот сейчас даже не каждый на причастие допустит. Он такой, такой он костюмный. А как его звать? Валентин. Валентин? Не Кольцов, да? Семинарий у нас учится, вот с красным вангелем стоит. И там ну, чему учат? Чего вы заканчивали? Ну я привел так заменить. Ну почему? Ну что там, что там учат? Там учат оправдать любой грех. Слово Божие там не учат. А он учит. Он учит. По толкованию святых отцов православной церкви. Я по себе могу сказать, каким я был и каким стал. Он учит. У меня слово подействовал, сейчас звел проповедь. Я уверовал. Куричество, Питерство, да. Наркомане. Да, да. А до этого никак не доходило. Только через. Только Бог меня очистил. Никто больше не мог и не брался, никому это не надо. А он оказался курицу. Поднял меня из грязи, я ему благодарен. Ну, я не просто конечно. Конечно, где-то есть хорошие люди, которые не ясно, что пока там на душу, а человек. Безусловно. Но я только считаю, что.
будем каждый раз, если там продали кого-то, будет далеко, не дешевле, может быть, дешевле. Ну, лучше мы нашли, мы настоящие. А вы знаете настоящие? Назовите имена. Ну, зачем? Ну, вы меня спросили, я назвал, а вы... Ну, что мне Лапкин, это же не свет был, чтобы он один из... Ну, я с вашим, да, не свет. Ну, вы вообще... знаете других, назовите имена. Ну, хотя бы тот же Кирилл наш. Кирилл, вы его духовное чадо. Вы да, через его пробуете обратились. Да, бросили ну, пить, курить, бриться, материться. Я никогда не пью, не курю. Ну, слава Богу. А я вот пил, курил грешный ад, ну, вместе с ну, плохо. А жил я вот здесь, в этом месте, на этом, в этом месте. Ну, сейчас вот то, что я на тут посидел. Поэтому здесь вот было связано с пользой. Да, летом здесь, порта порода. Здесь была корзина коровы. Потом я здесь вырос. В церковь ходите? С детства ходили. Она вот как раз у меня. Поэтому я достаточно очень компетентный людей. Кто-то в лапке, кто-то в колене. Ну, много лицемерия, конечно. И так, были коммунистами, стали. Ну, да, это человеку угоден. Я вот, я даже я не хуже на будильник, не только. А вот и тут же. Я тут же понимаю, а почему не брали? А я перезвал. Не подходил. Плохое поведение, обычно наоборот. Это честь считалось, если в октябре принимал. Совершенно верно. У вас почему не брали? А мне не брали, 57 год. 57 год? Да. Плохой мальчик. Не отсюда. Сидите уже в комсомолстве, да, еще в пионеры не было. Вот так. Пришлось только выступать в комсомол уже в армии. Там уже выходили. Я даже не думал, что там может быть увидеться. Какие-то там верующие, неверующие. Да людей нет просто неверующих, практически нет. Все люди верующие. Надо просто понять одно. Травку может хоть один ученый сделать, так один. Травку. И ты можешь надеть травку. Бред. Могут ли? Нет. Когда додумаются до этого, могет, усиленет, тогда может быть. Нет, мне лапки поставят, теперь я уже все стал просто. А другой такой же подобно лапки не будет еще кто-нибудь. Да, так и Христос положил 12 апостолов и повелел им, идите проповедуйте Евангелие. Вы последователи Христа, а которые против последователей сатаны. Ну а почему вы так это руками мажете здесь какой-то, если все так будут? Ну так Господь повелел. Мне повелел, я это делаю и буду делать. Ну а до Лапкина никого не было. Были. Ну если я через Лапкина обратился, а вы через кого обратились? И через кого? Я еще. Поэтому вы никто, и звать вас никак духовно пересылать, не было духовного отца. Я не требую ничего. Но требуете, стоите, руками машете. Другое дело, когда человек сам подходит, сам по себе приходит к этому. Они да как... не сам по себе, Господь повелел, идите и научите все народы. Я вас приглашаю. Пришел и научил меня, да, грешного и каянного. И вас научит, если захотите, если сердце свое откроет. А вы же не хотите, вы сразу пришли с надменен. Кто такой Лапкин? Он мой духовный отец Лапкин, понимаете? А ваш кто? Я говорю, мало посидеть. Никто, понимаете? Ему надо еще посидеть, парочка. Готов. А вы не боитесь такие слова? Нет, не боюсь. Это вы его поняли? Нет, не я. А знаете кто? Нет. Почему вы злорадствуете? Да потому что ему надо быть грамотным человеком. Да он грамотный, пограмотнее любого. Да, ну конечно. Он разбирает всех этих священников, они там по слову Божьему ничего не говорят. Не сходится, понимаете, со словом Божьим. Не сходится. Ну вот и все. Они сходятся, они либо неверующие, либо неведущие. А у него все сходится. Ну что, сошлось.
Да за вас все. Да вот я перед вами. Какой я был, такой я стал. Другой, понимаете? Галина Селина идет. Да? Что? Сейчас звонит, конечно, часть проблемы.